прекрасные школьные годы. 12 лет назад мы пришли сюда широко раскрытыми глазами, ожидая чуда. Мы были подобны белым чистым листам, на которых учителя писали свой текст и создавали человека. Дорогой наш классный руководитель, вы взяли нас маленькими мечтателями, которые верили в свои фантазии. И самым ценным оказалось то, что вы тоже верили в нас и поддерживали. Спасибо вам, что всегда рядом с нами были ваши добрые ласковые руки, ваш голос. Спасибо за ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребенку, ваше безграничное терпение и ответственность. Желаем вам здоровья, удачи и благополучия. Сейчас такие условия, что нам не разрешают проводить последний звонок в школе. И мы решили провести наш маленький такой последний звонок на природе. Мы собрались здесь только своим классом, позвонили по нашей программе, по ноутбуку нашим учителям и попрощались с ними. Мы подготовили маленькую программу, там было несколько песен, танцев, а также слова благодарности. Мы выразили огромную благодарность всем нашим учителям, начиная с нашего любимого директора школы Аксюши Спиридоновича и заканчивая нашей первой учительницей Соней Алексеевной. Вы доброту свою не растеряйте. Пусть каждый будет Господом храним. Боритесь с трудностями. Не сдавайтесь сразу. Имейте друга верного всегда. Приятно было, потому что это необычный последний звонок, такого в истории, как я знаю, никогда не было, и это запомнится всеми. Останется в истории как последний звонок на природе. Лучше, чем мы, когда меня не станет, буду петь голосами.